Товарищи, все-таки я решил, так скажем, продолжить 12-й день. О, надо. Так, это скорее всего будет без вебки. Собственно. Сейчас придется бегать по многим местам без телепортов, так скажем. Вот. И это немного обидно, надо к этому подготовиться, надо к этому. Надо, в общем, вот это вот разгрузить тело. 2 секундочки, дайте мне. Бесит, что на... Что в опсе такая фигня. Привет! Так. Как дела? Надо разгрузиться, надо... Вижу вас, привет. Привет! Тебе что-то нужно? Палмар, телепортируй меня, пожалуйста. Чем Спасибо. я могу помочь, Хаджин? Так. Раса, рукавицы, шлем, щит, кира, киршал, меч, булаву, длинный лук. Ну-ка, мне просто интересно. Что вы хотели? И что он дает? Лечит меткость на 10. А меткость вообще как на что там влияет? Дальнего действия вроде коротких длинных арбалетов, метательных звезд и ножей. Интересно, где это все? Это я смогу продать, а вот... Вычурные. Ну, вычурные это не то, что мне нужно. Почему оно не запихивается? Надо срочно искать. Розовая трона. У меня есть эти штуки. Тогда, может быть, займемся крепостью, господа? А? У меня есть Вам заполненные штуки. Так, я проверю, извините. Тут просто... А, можно мой канал показать? А, вот он. Ой, Good Game очень замечательно подключился, я смотрю. Господи. Тони, что ты такой за... Ужас. Привет, Кощей. Я тут чат юзаю. Что? Зачем вы беспокоите меня? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, стоп, мне надо в Садритмору. Зачем идти пешком? Слетать, получить этот квест.
Кощей, если ты здесь, напиши что-нибудь, пожалуйста, в чат. То, что он очень сильно тупил. Говори, что тебе. Он реально очень сильно тупил. Что-нибудь, ага, окей, все. Вроде все норм, я вижу. Всего тебе самого наилучшего. На Твиче не лагает? Ну, лаги это такое. Живное. Так. Излечение Мора Ориона. Да какие враги близко, вы... Рули, что ли? Продолжайте. Так, у меня же там нет никаких этих... Окей. Ключандузи. Непонятно, зачем, конечно, на быстром косте он у меня стоит, но... Так, мне туда. Действительно что-нибудь сделать на скорость. Я, кстати, посмотрел, я прошел где-то, ну, процентов 40 от основного куста. В плане, скажем, количества бег. По времени это, наверное, процентов только еще 20-25. Просто здесь будет потом пройдись по... Так, ну, очень большущий квест, глобальный просто. Про очень долго делать. Вон же. Вот вы понимаете, тут даже дороги нормально не видно. А это что такое? Куда вообще? Просто в пустошь? Так, нет, нет. Убегаем оттуда. Блин, я... Ой, я, кажется, переиграл в пупк. Я нажимаю Alt, чтобы посмотреть назад. При этом бежать вперед. Чем? Так, мне вообще надо... Чего? Мне туда. У меня в полу. Конечно, движение. Просто жесть. Господи, вы это видите? Как я бегу. Да, крепость, разрешение. Герцог ведома Дрена. Нелла Хлеран? А, та она сама, да. Зачаровывать оружие различных имперцев использует разнообразный урон, который... Мастерами зачарования является толвание. Они используют все эффекты, часто сочетают их в одном предмете, но особо бедно им нравится призвать магические создания или зачаровывать оружие и доспехи. Проводник гильдии? А. Господи. Два великих камня души, вы понимаете?
А, да, она действительно два великих камня души дает. Нет, нет, еще. Разрешение дается. И Бенгард. Бенгард у нас вообще где? Еще раз, как зовут того дяденьку? Нереварин. Повышение. А, только Орион теперь мне может повышать, офигеть. Переться теперь к нему за 3 земель. Так. Крепость, крепость, Люди, извините, не, это я все-таки посмотрю. Потому что Бенгар... Господи, вы серьезно? Почему его у меня его тогда нет? На карте. Это соседний город с Вивиком. Он здесь находится где-то. Хотя бы теперь знаю. Его просто нету нигде, вот абсолютно. Хотя можно было проникнуть с атмосферой, типа бегать там. У меня посмотреть, допустим, цены. Балмора, Седанин, Вивик. А здесь нету, кстати, Бенгарда. Нормально. Друну, Бальморе. Свидетельство без призрачности. Визершинс? Мне кому-то надо было принести эту книгу. Я все-таки эту штуку нашел. Я просто не помню как. Я же не убивал того чувака. Я слушаю, говори, я чувствую, что за мной кто-то наблюдает. Вивик, мне нужен... Мне нужен Вивик. Вивик, а зачем я поднимаюсь, если я могу сделать... Мне скоро... Мне кажется, что у меня скоро должен... прибежать дяденька, сказать, слишком много знаешь, и начать меня бить. Мистицизм — это сила воли. Надо бы выносливость покачать. Так, стоять. Мне нужно Вивик. Стоять. Лучше пойти туда, наверное, через... Тебе блоху. Ну-ка. Блоха у нас... Где у нас блоха находится?
там, по-моему. Да? Да. Господи, какой Морвин все-таки шикарный. Господи Иисусе, мужик, тебе норм? Тебя тут не сожрут? Куда хотите отправиться? Вот здесь, значит, сам Вивик. Ходим его с этой стороны. Разрешение же мне должны дать. О, господи, вы видите там это существо? Я не очень хочу с ним сражаться. Лизи. Может, оно меня не заметит? А, зачем я тут? Оп. Нету Кагути. Цветочки, растение черный пыльник. Сосывает ловкость. Цветывы. Привлекательность. Вереск останавливает. Чё тут какой-то странный сад. Над болотом туман волчьевой заметает следы. Я бы думал, что пьян, так и спил лишь студеной воды. Так, я не могу пить нормально. Под музыкой. Морвин, да. Не, знаете, то, что я развил клинки, это очень круто. Я попадаю хотя бы. Выздороветь даже было, нифига себе. Стоп, а это какой райончик? Лалу. Наверное, все-таки из гильдии магов было бы быстрее. Не надо было бы... Вон и Бенгард, кстати, прорисовывается. Странно, на самом деле. Даже в обычных картах не указывается. И спросить нельзя, где это. Так тупо. Больной скальный наездник. Не, здесь все-таки, по-моему, мобы меняются с левлом. Больные чаще попадаются. Так вот, только не надо говорить мне, что опять началась какая-то фигня. Пробочник. Ничего внутри. Что вообще? Золотого конец. А, он наверняка попросит меня внести какой-нибудь залог. Ну, точнее, не залог, просто на землю. Купи у меня землю за 10к. Я тебе пишу заявление. Заявление, ну там, типа, разрешение. Стоп, вы хотите сказать, что здесь все-таки... Тельбранорс и Дритмора. Все-таки сюда можно было добраться через морские путешествия. Ладно, я потупил. Ну ладно. Фигня фигней.
Я не настолько... Ты считаешь, что это проспойлерить себе можно? Ну, я для себя. Говорим. Так. Шесть рыб. Да? Еще и привлекательность наверняка сделаю специально. Миссис Скайрима? Угадайте, кто увидел кое-что интересное. Не сегодня, вор. Как бы... Не сегодня, вор! Вы что, все видите, что ли? Алло? Жизнь виза, это стаскиваю. Здесь вор! Стража! Чё-то не хочет. Скорее сюда! Меня увидела. Значит... Любишь риск, да? Очень. Не испытывай судьбу. Давай же, скажи что-нибудь надо. Или иди дальше. Эйдмир. Не маячь, проходи. Синхронная не маячь, проходи. Это, конечно, весело. Нюанская миссия. Если вы чего-то хотите, самое время спросить. Эбингард. В этом древесе месяц древес занимал важное место в доме Хлала на протяжении нескольких поколений. Замки Эбингард. Зал как? Военного совета. Теперь в любое время. Продолжайте. Хищные, хищные бабочки. А вот и замок. Теперь сам, в любое да. время. Не в него, скорее всего. Покой Верховного Совета. Рядом Дрен. Младший брат герцога Орвус Дрен, состоятель владельца плантации на Аскадианских островах. Эбингард? Перская часовня? Блин, можно мне как-то, я не знаю. Имперская комиссия? Давай скорее. Чё-то вы все злые какие-то. Где мое любимое заклинание? Релен Хлаалу. Галдстреним, Эбингард. Ну, походим, я сомневаюсь, что он в часовне. Давай скорее, Хаджи. Я Ведом Дрен, герцог Варденфелла. Добро пожаловать в Эбингард, чужеземец. Разрешение на строительство. Я не уверен, стоит ли мне выдавать вам контракт. Варденфеллу сегодня грозят многие опасности. Я заверю этот контракт, только если поклянитесь сделать все, что сможете для моего народа. Клянусь, я сделаю все, что смогу. Меня это вполне устраивает. Возьмите этот контракт. Используйте свою крепость для защиты моего народа, и пусть она служит вам оплотом в борьбе с нашими врагами. Ура! Наверное, за то, чтобы выполнить для меня поручение, да. Да, мне нужно, чтобы
Кто-то доставил для меня это письмо. Очень важно, чтобы оно попало к Джейжиру, восточной перской компании, как можно скорее. Он также должен будет передать тебе кое-что для меня. Ты сможешь это сделать? Я принесу. Отлично, вот письмо, пожалуйста, доставь его как можно скорее. Просто скажи Джейжиру, что у тебя к нему пакет от Лама Дредила. Он поймет, что делать, и даст тебе кое-что, что нужно будет принести мне. Рабство защищено законом Морвинда. Чего ты хочешь? Список повышений. Здесь восточную перскую компанию. Ну тогда в Эбенгарде, если это находится, то Остинская прям компания какая-то. Мерческое образование, которое получает многочисленные привилегии от императора, совет директоров, назначенные им же. Угу. Кому мне надо? Джейжиру. Ну, давайте поможем, что? Покой. Башни хищной бабочки, миллион. Гарнизон. Костры, башни хищной бабочки, башни. Южный склад. Северный товарный склад. Отделение восточной перской компании. То есть мне туда далековато, но... Ой. А, нет, все нормально. Просто в дверь напротив. В принципе, Морвинд, вот Обливион, да. Все такое можно проходить постепенно, то есть, блин. Мне не кажется, что я буду вот прям засиживаться, да, на Морвинде. Что-нибудь подключу еще. Я подключить. Вы знаете, как я подключил Mass Effect, но трилогии, извините меня, это, ну, надо было успеть, поэтому на Морвинд я забил. А что может Джейжир сделать для себя? Посылка для... А, он просил вам достать это, да? Хорошо, что вы принесли это к Джейжиру. Вот, отнесите ему, он будет ждать. Записка Джейжира. Чему ты можешь обучить? Неплохо. Есть пара минут. Что конкретно вам от меня нужно? Продолжайте. Так, не туда. Ответ от... Тершипс. Искать Джейжира. Так как компания ЛД за предоставленные услуги, это без действительно в течение новой вышеуказанной суммы. Окей. Надеюсь, он там обратно еще не пошлет. Будет как бы не очень красиво. Один раз доставить письмо, ладно. Но несколько раз будет уже чересчур. Я слушаю. Между прочим, я подумывал, а не перепройти ли Fable на стриме. К чему все это? Хотя я его проходил раза два. И что-то, знаете, как-то учитывая... Что вторая часть есть только на Xbox, а третья днищная. Не очень хочется. Хотя Fable сам по себе прикольная штука. Ну, относительно прикольная. Но время для стримов можно... Вот
тратить на более, так скажем, интересные игры. Все, пакет достан, отлично. Письмо Джейджира у тебя есть? Вот твоя награда. 75. Отлично. Ладно, тогда делаем возвратку. Ты слишком много говоришь? Да нет. Вижу вас. Привет. Так, не туда. Мне надо содрить Мору. Вольверин Холл, содрить море. Несу тетеньке. Надо было выйти на самом верху. Я сейчас запутаюсь, потому что здесь. А, и не только. Вы видите, короче. Трава. Вы серьезно думаете, что это? Ладно. Продолжайте. Звучит как какая-то наркота. Ужас. Крэш трава. Можно было так догадаться назвать. Останавливает удачу. Опом, что ли? Представляете? Вы варите что-то здесь алхимии с крэш-травой. Приезжают такие ординаторы, буквально с неба падают на блохах. И говорят, мы следим за тобой, ничтожество. По-моему, это было бы просто, я не знаю, на десяточку. Кто-нибудь запишите эту идею и напишите Соупу, чтобы он ее нарисовал. Как координаторы на блохах спрыгивают на Хаджита, у которого в руках лунный сахар. Лунный сахар, там из сумки вываливается скума, а в другой руке пестик там с этой... Господи, как эта штука называется? Ступка и пестик, а в ней это... Отлично. А зачем я сюда пришел? Мне немножечко не сюда. Чего сюда ты надо. Хочешь? Потом мне придется таскать все в свой замок. Я искренне надеюсь, что... Ну там будут стадии, я точно помню, что будут стадии строительства дома. Они, он... Они просто у так на пустыре он это возникнет. Давайте. Это величественный момент. А, ты хочешь поговорить насчет своей крепости? Да, у вас есть разрешение на строительство и две сильные души? Да, вот они. У вас есть разрешение, но мне нужны две сильные души, чтобы заложить фундамент вашей крепости. А вот это что ли не... Ни того, ни сего? Чем могу помочь?
Эта тетенька меня разочаровала. Их что, надо заключать в великие, что ли, камни душ? Если это так, то, блин, ну это как-то жопа, извините за выражение. У меня вполне разумные цены. А, ну эти деденьки даже меня учить ничему не будут. А я-то думал, сейчас крепость себе сделаю. А, ну... Стоять, не-не-не-не-не-не. Я сейчас точно прочитаю. Потому что потом... Чтоб с этим не грохаться просто. Архимагистром можно стать только убив архимагистра Готрана, лол. Можно как-то, я не знаю... Как этот квест называется? Агент Талвани, гильдия... Поместение рано... Талвани, вот... Дом Талвани, крепость... Ну-ка. Можно это как-то, я не знаю... Крепость... Найти не могу. Дом Хлалу мне выдало, а... Там пошли в Overwatch. Ну не... Фос сбрасывает то, что уже сам и сбрасывал. Какая прелесть. Крепость. Тронахов или золотых святош. Я даже не знаю. Силу... Мне не раскачано столько колдовства, чтобы... Не знаю. У кого-то можно было, помню, купить свитки на призыв святош. Но, блин, я не хочу их тратить. Возможность.
могу. Сила душ. Силы существ, да, вот. Окей. Огрим имеет больше силы, чем грозовой Транах. Вы сейчас серьезно? Да. О, господи. Вы серьезно? На камне с душу крылацу, грузовых отранах или золотых святош. Я не знаю, что делать. Там чего? Кто-нибудь учит грузовым отранахом? Он здесь учит. Правда, я сомневаюсь, что... А, кстати говоря, у него есть призыв. Лужники, иневые тронах, огненные тронах. Что ж ты за сранец грозового, ты не можешь свитки продавать? Нифига себе, еще и тысячу стоит. Информация, Хаджет. Кажется, я слышала о тебе. Целых 300 бабла. Ну, я тоже не могу его применять. Да ладно, на самом деле. Там Сивия, щит. Слово болезнь. К чему все это? Все плохо, все очень и очень плохо с крепостью. Видимо, оно мне еще не скоро будет. Кем-то торговать-то можно. Всего тебе самого наилучшего. Друг. Тобой тоже можно торговать. У тебя. Вот тетенька наверху. Есть божественное вмешательство, смирить мышцы МС. Да.
Ну ведь запас сил. Ну вы серьезно? Мне что ли по всем этим сейчас пробегаться гильдия магов, потому что это самый быстрый путь, в принципе. Почему душа Огрима-то не подходит? Что за дятина-то? Море Альдрун, Кальдера. Давайте в Альдруне пока посмотрим. Он вообще ничего не продает. Это ничего не. Говорите. Продает. Ничего. Ничего не продает. У меня мало. Все ничего не продают. Нет, ты что-то продаешь, но это мне не нужно. Кальдере надо еще зайти к магу, стыбить у него кольца. Ну, того. Тебе что-то нужно? Мне нужно пройти. Вы серьезно? Как вот... Удирай! Отошел. О, вот. Чем могу отлично помочь? Загрузка, как обычно, работает. А, нет, этот ничего не продает. Тя. Дикая левитация на 1000, нифига себе. Давайте купим свет. Я обожаю такие бесполезные заклинания. Так много надо помнить. Что за маг, который не может призвать... Тебе что-то нужно? Свет. Папа Визершипс нужен был не сюда отдать. Я слушаю. Сейчас... Где это? Хорошо, я слушаю. Да, по-моему. То, по-моему, здание вверх и вниз зайти. Здание, которое 3 месяца назад делал. Да. Да, возьми. Это та самая книга, и я дам вам за нее хорошую цену. Как насчет 1000 септим? Он меня спрашивает, почему игра не дала мне ничего. А другу мы получили несколько двемерских пауков-центурионов, а Эстарил может их починить, но нет металла. Вы можете найти близкий металл в большинстве двемерских руин. Хотелось бы мне указать место получше, но я такого не знаю. Нам нужно 4 обрезка металла, чтобы быть в полной безопасности, но вам вовсе не нужно зачищать двемерские развалины. Просто бегите туда, возьмите немного обрезков и возвращайтесь обратно. Обалдеть. Что тебе нужно? Можно в Кальдеру заявиться, быть может, там что-нибудь есть. Вообще здесь, кроме гильдии магов-то еще... Чем могу помочь? Долбани торговцев в разных городах. Эти Кальдеру. Не лезьте в неприятности, и со мной у вас их не будет. О, отлично, у него очень много вызов золотого святоши. Иневая трона, огненный, иене, микстеп, ранен, запорча арканикса.
Но... Как вам сказать... Очень рад знакомству. Где? Где? Вот вы за золотого святоши. Отлично. Заклинание. Пытаюсь просто всех смотреть сейчас. Привет, как дела? На необычение. Да. Раз я в Кальдере, надо сходить за колечком. Портной. Кстати говоря, у портного там нету ювелирки. Заодно хорошей ювелирки. Нет. У него только вычурный. Окей. Блин, новый вы. Мне нужны изящные амулеты. Также мне нужно кольцо, которое позволит мне все тырить за бесплатно. Ростовщик. Величественная музыка. И как я невеличественно бегаю к чему по торговцам уже, которых стрим подряд. К чему все это? Что это твоя последняя делаете? Кража. Нет. Давайте купим просто тупо. Оно немного стоит, 92, да? Что ли там. Просто из-за того, что стражник смотрит, это будет очень... как это сказать? Тогда это что? Будет очень мутно. Это кольцо тут не сил, невидимость. Огня. Вот оно, собственно. 56, вы видите, насколько это очень хорошо. Фигурка. Подам скампу ненужные штуки. Вот эти, например. Вычурный пояс он не покупает. Это значит... Безмолвие оставим, паралич оставим. Ставим, наверное. Мантию он не покупает. У меня там нет ничего такого. Так. Не хочу бежать так далеко. Плюс установим себе ману. А путешествие... Так, в Альдруне был Вивики. Вивики не был. Добрый день. Вивики еще можно поторговаться. И заклинание ты... Не особо. Разнообразно. Да. А здесь уже нету призывов. Как у тебя дела? А, ну давай ты еще подойди.
Кампо и дух предков. Сам дух предков. Сила душ. Сам дух предков. Дух предков сотню. Камп. Тоже сотню. Золотой святоша. В Лоре, в Морвинде и в Шиверинг. Господи, какие ужасные. Вот это раздутые лица были в Обливионе. Куда? Привет. Тут уже только Садритмора остается. Что мне потом искать по... Благословение воина. Вызов скелета, губительность. Уже все, видите, вызовы закончились. Добрый день. Что конкретно вам от меня нужно? Заклина... Что я могу сделать для тебя? Продолжай. Медлитель падения. Поцелуй Вивика. Продолжай. Могу я что-нибудь для тебя сделать? Мы привет. Что вы хотите? Я слушаю. Где мне искать? Я слушаю. Продолжай. Можно, можно, ладно, правда. Сейчас. Давайте обратно в Балмору. Всего тебе самого наилучшего. Ладно, я слушаю. Душ. Мама, где? А где? Там должен был быть заполненный камень на... Крылатого сумрака. Великий, притом. Камень. Или я его отдал давным-давно кому-то зачем-то? Еще простые мантию, простые штаны. Зачарую сейчас. Давай черный пояс. Толкну потом. Изящные не буду тратить. Тут просто эффект при использовании возврат. Вызов крылатого сумрака. Единичка. Понимаете, насколько все плохо? Это вместительность предмета. То есть меня игра нафиг только что послала. Не знаю, пусть этот
Товарищ делает щит, пояс, щита, длительность там, допустим, 9 щита на 15 секунд. Ну вот так вот. Максимальная сила не может быть меньше минимальной. В смысле? Господи, тут вон... А я думаю, что такая мощная штука получается? Господи, а я ползунок не вижу. Эти ползунки... Вот так. Щит. Да, я знаю, как. Мне удалось, у вас же камень души разрушен. Какая незадача. Что у меня? О, я вспомнил, где этот камень лежит, кажется. Я вспомнил, где этот камень. Ладно, с кроватым сумраком лежит. Альтрум. Мору еще бежать, кос. А, ну вообще-то портнуться можно и так. А вот и он лежит. Это тоже с собой возьму. Минутка есть. Опять бежать, боже что мой. Люди, никогда не играйте Моровин за Хаджита. Никогда, если вы знаете. Нет. Вас это задолбает раньше, если вы знаете, что в этом мире существуют прекрасные ботинки с ослепительной скоростью. Я сейчас серьезно. Между прочим. Сохранюсь-ка сия. Дать предмет. Допустим. На изящную сорочку. Я хочу сделать останов... Постоянный эффект, алло. Крепость, господи. Крепость Хлалу. Нужно зачарование в Морвинде и посмотреть. А зачарование разве не было в Обливионе? Постоянный. Или постоянно этого.
стоять. Если я сделаю, допустим, вот так вот, то изящная сорочка на восстановление здоровья на себя. Это не должен быть эффект при использовании. Ну-ка, а если изменение там, лечение характеристики, интеллект на себя? Мне что ли надо раскачать до определенного момента? Морвинд, постоянный эффект. Эффект зачарования, да. Ну-ка. Это только на золотых святошах можно делать? Вы серьезно? Ой, все. Морвинд. Я не знал об этой механике. Да какая ошибка? Ну ты серьезно? Стим столпанулся, не хочет отвечать. Вы серьезно, что ли? Алло. Пару секундочек, пока игра запускается. Ну, кто у нас здесь, товарищи? Пустой. Да, у меня есть пустой камень душ. Ну-ка. У меня есть 3 свитка.
короче, ее еще надо победить, да. Я это правильно помню. Я это помню правильно, но. Есть одно но. Она не очень. Посмотрите на это. То есть... Так, я это сохранил сейчас, я надеюсь. Да, перезапишем. Я просто хочу сейчас это опробовать. Секунды заключения. Мне надо убить ее за 60 секунд. А... У меня был где-то вот на... амулет предостережения. То есть она отражает магию? Вы серьезно? Как мне ее тогда? И мне что, ее хризамером рубить? Последовать дальше и... До хризамера мне не светит ничего. Я помню примерно, где хризамер обитает, но... Это такое... Это что-то не то. Так. Да какое божественное вмешательство, вы серьезно? Почему оно тогда заключение не... Давайте попробуем. Чего? Почти, почти. Просто так, такое ощущение, что я не загрузился, а просто встал. Чем что ли забивает все время? Прекращай. То есть вы сейчас серьезно, у меня нету. Боится.
сволочь. Надо успеть ее убить за 60 секунд. Убить золотую святошу за 60 секунд. Я этим серьезно сейчас озаботился. Пометка, огненный укус, слепота. Щит. И... где заключение? Теперь в любой время, сэр. Ну попади уже по ней. А где заключение? Нормально. В каком-то веке ее замочил, но... не хватило пару, так скажем... Мне кажется, мы знакомы. Вы захватили души. Души золотого святоши моя. Ну-ка. Тащная сорочка на постоянный эффект. Да. Так вы сами видите, какая подстава. Изящные туфли нет. Изящный ремень на 40 нет. А на левитацию постоянно сколько надо? Окей. Скорость. Не, все, отлично. Только надо... у меня есть два... постоянных эффектов, которые я могу, в принципе, через торговцев попробовать на себя наложить. Но мне нужны кольца. Мне нужны... Мне нужны изящные кольца и изящный амулет.
Я не знаю, где это можно найти. Алхимик Милар Ведрен, Еврила Арелот, Гиди Марктон, Чародейка, Монахиня. Дыра. У вас проблемы? Кажется, вы ранены. Так, сразу говори, у тебя есть зелье на... Зелье на ману. Вы издеваетесь, что ли, все? И как по-вашему должен все? У меня правда нет времени на все это. Давайте быстрее. Золотой. Святоша, значит, только постоянный эффект. Хочешь что-то сказать? У меня есть крылатый сумрак, грозовая тронах. В принципе, этого должно хватить. Только этого надо выбросить. Святоша самого. Мне кажется, бы... А, она, по-моему, два свитка лежит как раз-таки вместе с этими камнями у... У меня вполне раз. Тетеньки. Конечно, старые обузы здесь юзать, это такое. В этом плане, конечно, Скайрим лучше, он ровнее. И Обливион тоже. Твои дела бегут впереди тебя. Я много хорошего о тебе слышала. Мед передан. Дайте душу, начну строительство вашей крепости. Строительство вашей крепости начнется очень скоро. Хочешь поговорить насчет... Короче, через неделю она мне скажет все, что надо. Ох, ё-моё. Ладно. Блин, я хочу сделать одну вещь. Она очень подлая. Очень подлая и токсичная. Господи, ну как я хочу ее сделать, вы бы знали. Возвратка. Возвратка, я сказал. Возвратка. Все время боюсь, что меня... Хряснул сразу. Привет. Надеюсь, ты немного времени у меня. Не нужно изящный соул. Область. Ват. М. М. Стоять.
Извините, сколько сейчас это было по стоимости? Вы это видели? Короче, я походу буду это тупо сейвабузить, сейвлот бузить. Женя. Галантерея, ростовщик. Провер, торговец. Я не помню, у них обновляется ассортимент или нет. Ну извините меня, 47 тысяч притаскивать этой губальдир. Это чересчур. Где-то же должен здесь жить ювелир, я помню. Ювелир. Ювелир. 8 тарелок, порез, брит, книжный магазин, женик. Ювелир, ювелир, ты где? Модная одежда. Ну, в модной одежде, возможно, конечно, есть. Но я помню, что вроде как в этом городе был ювелир. Судя по всему, нет. Счастливый тюряг. Не хочу счастливую тюрягу. Спасибо? Нет. Товер торговец. Посмотрим. Мена. Бастровое блюдо. Да. И вообще у меня, по-моему, был один изящный амулет. Могу я что-нибудь для тебя сделать? Изящный амулет случаем не здесь? Или только вычурный? Один вычурный. Вычурные. Но зачарование я помню, где качать. Так что это не проблема. Перегруз какой-то слишком сильный. Ну и здоровье, зелье хоть отбавляй. А, не по полтора, офигеть. Надо быстрее свой дом. Предмет не подходит, вы упоролись, что ли? Чем могу помочь? Тебе не следует находиться здесь. Ювелир. Три. Три прекрасных слова.
Минутка есть. В чем дело? Мне нужен подходящий амулет или подходящие кольца. Ивик Садритмора. Кальдери, может. Пожалуйста, все, что хотите. Есть какой-нибудь. Могу я что-нибудь. Привет. А, ну вообще-то смотрел изящно. Немного времени у меня отнимешь. Кольца эти. Привет. Как дела? Что, по-моему, не продавал. Кстати, портной, правда. Я сомневаюсь, что у него что-то есть. Обычные кольца. Обычный. Амулет. Эти-то максимум вычурные. Она мне вычурная... Да, вычурная тоже. Давайте посмотрим у Скампа. Вдруг я ему что-нибудь толкнул. Что у тебя тут? Я уже, в принципе, смотрел здесь, да. Мантия. Дорогая Мантия, сегодня у меня был прекрасный-прекрасный день. Тайник. Продолжайте. Теперь в лю... Продолжайте теперь в любое теперь время. Теперь в любое время. Что? Касательно чего вопрос? Упс. Стоять. Вот. Что? Растовощий драконьи шкуры? Вы за дурака меня держите? Сдавайся сейчас, возможно... Сопротивляться аресту. Нет, они меня... поймали. Что это вы делаете? Стоять. Ну, давай, блин, этот стражник все портит. Нельзя сейфобузить. А торговец берет какой-то... Вы видели, торговец взял... Давайте послушаем. Понятно, что теперь на меня нападать начали. Южная провинция, бутылочки, буфет, в котором ничего не спрятано. Вы скучно живете. Как вы можете так жить? Теперь в любое господа. Время. Тогда что? Говори быстрее. Это я все равно не надену. Я ставлю поглощение заклинаний. Призвать Керасу на 60 секунд. Легкий шлем. А, на меня он все равно не наденется. Так что пока как-то... Вот так, наверное, да? Говори! Сколько у меня золота сейчас? 28 тысяч. Да. Говори. Вот
куда теперь вивики искать, изящные штуки? Просто пока, по-моему, не положено мне по уровню, наверное. Что, зачаровывать, наверное, рано. Могу вообще уделить тебе надо... если хочешь поговорить. Вижу вас, приговорите. Что надо переболеть корпусом нафиг. Добрый день. Не мучиться. Да. С перетаскиванием предметов. Хочешь что-то сказать? Ну серьезно, это уже надоедает. Кузнец, гильдия бойцов, кузнец, кузнец, два кузнеца. Знаете, кузнец может Ладно, быть... Ладно, я слушаю. Добро пожаловать в мою лавку, очень приятно видеть клиента при деньгах, а особенно при такой конкуренции. Ой, Вивике этого предостаточно, хочу сказать, Ран Силур, мой ближайший соперник, и он просто ничего делать не дает, а сам такими делами врачает. Наверняка занимается чем-то незаконным, только не знаю, чем именно. Просто получает все большие заказы. Что ж, говорят, совсем недавно он получил заказ на 20 разных мечей, как минимум 8 комплектов доспехов. Столько и за месяц не продам, хотелось бы получить такой контракт. Конечно, мне бы хотелось заполучить этот контракт. Так... Как ты смотришь на то, чтобы помочь мне, друг, если ты украдешь этот контракт у Ральна Тилвера, он не сможет правильно заполнить бумаги. Но когда придет его заказчик, тут я и появлюсь с правильными бумагами. Найду. Лично я знал, что ты именно тот человек, который может отличить хорошую сделку от плохой. Этот контракт, скорее всего, находится в его личных покоях задних части магазина, но заперт это да, но вряд ли охраняется. Удачи. Бежи у него нет. Расскажите еще о вашем деле. Once more you open the door and you're here in my heart and my heart will go on and on near far wherever you are. Если вы чего-то хотите, самое Новости. Время спросить. Перский. Лук 90 уровня. У Нормально. Меня мало времени. Говори. Поэтому поторопитесь. Что? Зачем вы беспокоите меня? Что-то подозревает. Нет, не надо мне так. Говорите, что хотели, и уходите. Хотите чего-нибудь? А он еще раз подойдет ко мне или нет? Я не загружусь. Говорите, что хотели, и уходите. Говорите, что хотели, и уходите. Тогда пусть этот парень не идет нафиг пока. Не скорее всего надо в какой-нибудь крупный. Так, ладно. Тебя даже не буду беспокоить. Найти животное. Красил курево. Так. Чего ты хочешь? Канал Алхимик. Книги Джабаши. Один мил. Гей, господи. Нет, узнать было Говори. Совершенно не обязательно. Так.
Lesser Levitation. Или не Ридоран. Рена. Святилище храма. У них можно побегать. Лучше вообще. Не должно быть изъяна. Три бога, одна истинная вера. Тебе конец. Пусть боги смилостивятся. Ну ладно. Расскажите. Я понимаю, это было слишком нагло. Проходи. Северный кузнец. Новости. Золотые цветы. Сдаем комнаты. Я не пилигрим, господи. Это должно быть очень. Что меня называют пилигримом? Давай скорее, Хаджет. Говорите. Да. Много всякой всячины мне надо сделать. Сатанеть можно. Очки не стукнули. Я жду. Понятно. Здесь вон что. Это что за деревушка там? Это не до конца прорисованный Бенгард просто. Странно. Рам, сокровищница, вау. Вау. Сдается мне, я кое все-таки, что это место не здесь, которое я хотел найти. Вижу вас. Привет. Это надо в Вальдрун идти. Возможно, там будут. У меня сейчас есть инвиз. Тогда у меня тоже был инвиз. Но я тогда не чистил тот дом до конца. Можешь быстрее спрашивать, мне надо идти. Акробатика выросла. Эти уровень как попало называется, качается. Разнообразные товары. Давайте заглянем сюда. Хотите купить что-нибудь? Да, я хочу купить у вас то, чего у вас нет, уважаемый. Плохо, уважаемый. Ассортимент у вас-то не очень. Я просто сейчас одержим этой идеей. Тонков.
вот поместье, поместье Роморана. Давайте с левых поместья начнем. Видите, какие тут шикарнейшие дома. Полагаю, вы ищете наверное. Что еще? Почему они разрешают ходить чужеземцам по домам? Жене в молитве. Вечерные юбки. Платьица. Но не изящные. Вечерные. В мешках, в корзинках вряд ли что-то есть полезное. Дорогие, дорога. Ну вычурные же лучше, дорогих, господи. Что еще? Тут я с этой стороны был или с... Нет, по-моему. Ах, эти, блин, это чтобы изящное. Что там? Упать. Нет, фигня какая-то валяется везде. Don't f... А, правило дома Редоран. Don't fuck with Redoran. Не угадал? По-моему, не очень, но... Что ж все вычурное-то, а? Я понимаю, что все очень круто, но одно изящное колечко, и я стану invincible в этой игре. Пожалуйста. Это прямо стрим, надо было назвать «Путь к Абузу». Потому что именно... не здесь. Дорогие... Ну, я сразу вижу... Мне скоро глаз начнет. Это... Я смотрю на шкаф и уже вижу, что там будет. Дайте немножечко еще. Законы двемеров. Вот где эту книжку можно было бы достать. Кошмар. О, ну наконец-то хоть что-то. Так. Только одежду выносить из этого особняка. Совсем обалдели богачи. Совсем обалдели. Где мне что за... Тарелку святоши я обмазывать. Что еще? Короче, пока мы, знаете, вот после кольца, если завтра буду стримить, то, скорее всего, пойду по главному квесту болеть корпусом, потому что это серьезно, это ну такое. Что еще? Что еще?
чем дело? Ну серьезно сейчас? Пашка, Ина. Угу. Ловушка. А, у меня были щупы. Отлично. Колечко. Да, колечко там, кстати, как поживает-то. Ладно. Что-что? Помещение стражи Сарети. Какой провал, господи. Серьезно, какой это провал большой? Где изящные кольца? В чем дело, простолюдин? Ни о чем, у вас тут вообще нечего красть. Вы в курсе, что вы бедняки? Если бы в этом мире существовал Робин Гуд, он бы давал... Нет, он бы вам все равно ничего не давал, но... Помещение стражи Летры. Запутанный особняк, заполненный наверняка ничем просто. Личный покой Летры. Что еще? Это полагаю, прям... вы ищете таверну. Чую наживу. Вы должно быть шутите. Давай скорее. Есть, вот у тебя, полагаю, вы ищете таверну. Покой, да? Это должно быть очень важно. В комодах, естественно, ничего нет. Спальня просто бедняковая. Секретарь даранской кухни. Надо запомнить, что мы это сперли. Так. Идем дальше. Что? Вообще не смущает вообще ни разу то, что у них бегает...
Хаджи Талвани. Вообще это ни в коем разу не смущает. В чем дело, простолюдин? Шлем мастера Ридаран. Хватайте его! Уи, я тебя открою. И запилю. Нет! Нет! Они хотят меня убить. Ну. Ладно. Ну, шлем, правда, 3000. Пофигу на эти 3000, буду знать, что они здесь. Или. Думаю, ты ищешь таверну. Ничем не могу помочь. Тут поместье. Что? Шкаф, сундук. Ничего. Абсолютно. Господи. Как вы живете с этим? Можно я вас пожалею? Очень покоя, прямо поместье, очень стража. Серьезно, это гигантский особняк, наполненный стражами. Вы серьезно думаете, что здесь ничего не должно было? Быть разрабом. Полагаю, вы ищете таверну. Ну вот серьезно. Вот совет Ридарана. Давайте туда сходим. Совет Ридарана все-таки. Это. Полагаю, вы ищете таверну. У Ридарана очень красиво. Что с вами все в порядке? Да никак. Есть две двери. О, вы серьезно? А зачем этот огромный зал вообще? Это должно быть очень важно. Если вы слышали... Блин, вам... Что, две так двери... А, это балкончик. Господи. Вот это вот прям... Собственно, балкончик на... Вот это просто... Я не знаю. Лучшее, наверное. Что? Изящный амулет и изящное кольцо. Боже ж ты мой. Тетя, спасибо вам. Чему вы учите? Учите. Думаю, дальше людей этому. Думаю, ты ищешь таверну. Ничем не могу помочь. Господи Иисусе, да.
Сколько там кольцо? 102. Видите? Сорочка 60, кольцо 120. Изящный амулет 120. Ну, я думаю, надо зачаровать кольцо на... Установить здоровье. Надо как-то... Я не знаю. Заодно так сделать. Я даже не знаю, как это обузить по-быстрому. Можно покачать, правда, зачарование и... Пытаться. Я могу, вот знаете, если я создам это кольцо, я смогу пойти дальше по сюжетной линии, вообще ни о чем не забочусь. Да что бы. Как бы так... Мне зачарование 49. Ну, хоть покачай, что ли, отдельно. Требует интеллекта. Ладно, запомним на том, что я становился на храме, точнее, в совете редоранов. Выздоровеем здесь. Создадим заклинание. Увеличим характеристику интеллекта на себя. На 5 секунд на... Хотя бы вот так. Плохой знак сейчас был. Как бы переводится на... А, я знаю, как называть. Эврика, вот так, наверное, как-то. Так, вот это оно создалось, конечно. Извините, нет. Не хочу, чтобы оно было в... Меня бесит все время так, когда они в начале списка. Различие языков я... Привык, господи. Что с диалогом окном не так. Возможно, она не так пишется, но пофиг. Сейчас. Вот да, вот сейчас оно все правильно. Кстати, не посмотрю, сколько оно мне заняло, но... Вот так.
придумал другое заклинание. Назовем его... Что конкретно вам от меня нужно? Грит Эврика. Эврика. Of God. Of Small God. Господи, я гениален. Я понял, что мне нужно. Мне нужно даже большей частью вот этот параметр. Процентов шанс наложить? Вы серьезно? Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну-ка. Иди-ка сюда. Имя. У меня должно получиться. У меня, кстати, появился шанс на вызов... А, не. Regeneration Ring. Фак. Ну-ка. Что вы хотели? Ну-ка, ну-ка. Regeneration Ring. Здоровье. Вы издеваетесь, что ли? Что тебе нужно? Не говорите мне, что нужен навык. Могут успешно создать новые предметы. На каждое ваше действие, вы понимаете? А, точно. Шанс зачатие, Господи Иисусе, зачарование. Мета Морровинд. Я просто формулу посмотрю заодно. Это не сейвабузить, потому что сейвабузом можно это достичь. Спокойно при том. Можно мне все-таки загрузить вики по Морровинду? Так, чисто для... Даже не знаю чего. Ну для... Это так, лол. Сейчас. Ну, постоянный эффект. Успех при зачаровании интеллект и половину удачи. Плюс
сейчас, люди. Мне нужно... Мне нужна бумажечка. Есть. Лол, альтмеры могут... А, так. Уровень зачарования 49 плюс 0,25 1 четвертая от 49 плюс где-то 12 плюс 0,125. Калькулятор нужно. А, калькулятор. Понимаю, что вам этого не видно. Уж извиняюсь. Плюс 0,120, 70 делить на 8, это проще будет. 8,75 минус 2,5 на стоимость заклинания. Давайте посмотрим. А, это на постоянный эффект. Пункт зачарования. Стоять, то есть... Вы хотите сказать, что я не смогу это создать? Знаете, какой шанс у меня создать эту фигню? Знаете? Это сейчас очень весело было. Я даже не знаю. Что тебе надо? Может, стоит... Вам что-нибудь от меня надо? Вот сколько стоит у тебя это сделать, дорогая моя? Вы видите уже цену, да? Зачарование. Как я это тогда вообще проворачивал? У меня не было столько денег. Знаете, какой у меня шанс? 49 плюс. Не знаю. Я могу, наверное, сделать... Вот, смотрите. Я сейчас сохранюсь в очередной раз. Потому что шансов у меня никаких создать этот предмет. Я могу сделать это только вот... Знаете, каким путем? Вечное кольцо... Я могу вот сделать, типа, вот так вот. И то... Нет, это даже так невозможно. Постоянный эффект. Короче, это все задница, я вам скажу. Как это зачаровывать, я не знаю даже.
если я буду делать тебе сейчас заклинание просто на миллион. Под этим солнцем и небом мы типа. Моментальное заклинание, которое будет шанс там на десяточку. Плюс 25, плюс... Блин, я не... Вы не... Понимаете, это получается, что... Вообще никак не создашь все это. Уровень зачарования. Смотрите, 100 уровней зачарований. 100 интеллекта даст вам плюс 125. 100 удачи даст вам... 12,5, то есть 132,5, не 132,5, извиняюсь, 137,5, стоимость заклинания. Это будет, короче, феерически. Шанс какой-то неправильный показывают. Я как понимаю, смотрите, тут есть изящное кольцо, да? А, восстановить здоровье. Я делал такие кольца, я это точно помню. Эффективность чар зависит лишь от навыка зачарования. При этом, чем выше, тем сильнее будут чары, тем менее затратно станет их использование. Ну, короче, мне надо качать зачарование. Ну, люди, я на этом, наверное, скажу все. Regeneration. Ring. Не получится у меня, вы понимаете? Там 5 умножается на 68. То есть это минус 340. У меня максимально может быть 132, я вычитаю 340. Может, я, конечно, что-то не так понимаю. Я помню, что у меня были кольца именно 4-5 где-то. Регенерации. Не знаю, может, если я разовью зачарование, то все будет лучше, но ладно. Тратили время на это и хватит. Люди, увидимся завтра, я думаю, вечером. Всем пока.